быстрее нужно сделать ярмарочный ремонт. Александр Ильич, планерку провожу. Особенно... Ладно, спасибо, спасибо. Галина Владимировна, улица Конюшева. Я сегодня Петракову уже поставил задачу, чтобы дали задание, но в неприглядном состоянии в центре города, и нужно, если нужно фрезеровать, значит, надо поставить фрезу, чтобы убрать ямки, неровности и сделать нормальный асфальтированный проезд. Много машин, много людей ходят, гости приезжают, и в центре города такая улица, очень некрасиво. И еще просьба, все-таки вот уже в субботу начали пробную разметку наносить. Все-таки надо, наверное, погодные условия уже позволяют, нужно в первую очередь пешеходные переходы все разнести и осевые линии, чтобы дороги смотрелись еще краше, когда будет разметка, можно сказать, что не чистые, еще и будет разметка, будет совсем другая дорога смотреться. Поэтому просьба в этом направлении усилить контроль, учитывая, что теперь это ваши полномочия по нанесению разметки. Просьба на это